этой площади мы провожали Оренбургский сводный поисковый отряд в Тверскую и Волгоградскую области на поиски останков воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Сегодня мы их торжественно встречаем. Вот и подошла к концу вахта весна 2016 года. За плечами 5000 километров найдено 20 бойцов в Тверской области и 4 бойца в Волгоградской области, близ деревни Серафимович. Вахта в Тверской области под Оржевом, близ деревни Урдом, была наиболее сложная, потому что мы не предполагали, что земля в этом районе очень жесткая, и это усложняло проведение земляных работ. Но, тем не менее, мы приспособились к нему, щупами, лопатами нашли воинское захоронение, подняли 20 бойцов. Вытаскивай вот эти две кости, которые над противогазом. Пошевели их чуть-чуть и вытаскивай. Земля очень жесткая, трудно копать ее. И те лопаты, которые сломаны и брошены были в тот период, они говорят сами за себя, что люди пытались вгрызться в землю, но это было невозможно ввиду особенности почвы. Но все равно вгрызались, боролись, наступали, победили на этой высоте врага и оттеснили его вглубь болот. В один из дней, когда мы проводили разведку по местности, нашли недалеко от нашего лагеря братское захоронение бывшее, которое было перенесено в ближайшую деревню, а сам памятник остался. Но так как дорог нет к этой деревне, где мы находились, в Урдом, то памятник пришел в ветхое состояние. Мы вот с ребятами решили 9 мая окультурить. Была нами куплена краска, кисточки, и мы вот буквально за один день все это подкрасили, скопали. Ну, вообще, я попал в отряд через отца, он меня сюда подтянул. Замкомандира Скалов Александр меня назначил командиром поискового отряда молодежного. Было очень интересно, поездка. Мне заинтересовало это, очень понравилось. Огромное количество впечатлений, эмоций. Патриотизм поднялся на высшем уровне. Поднимать бойца – это вообще непередаваемые эмоции. Хочется разыскать всех, опознать, вернуть честное имя бойца и похоронить с почестями. Вот это наша основная задача поисковиков, к чему мы постоянно стремимся, едем самоотверженно в эти командировки.